Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика». Об основных событиях дня и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Главное сегодня. У Чувашии боевые потери. При теракте в Чечне погибли полицейские из нашей республики. Трубы починили, долги заплатили. Сегодня на совещании у главы Чувашии обсуждали вопросы подготовки к зиме. Твоя перспектива. В Алатыре прошел образовательный лагерь для активной молодежи. Новость, которая сегодня утром пришла с Кавказа. Двое полицейских из Чувашии, находящихся в служебной командировке в Чеченской республике, погибли при теракте в Серноводске. 23-летний Леонид Пучков и 28-летний Александр Егоров несли службу в составе временной оперативной группировки в Сунжинском районе Чечни. Ночью на территорию РОВД попытался прорваться боевик на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Постовой успел выставить заградительное сооружение. Взрыв прогремел за территорией РОВД. В результате трое полицейских погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести. Личность террориста установлена, он принадлежал к одной из группировок. Сегодня же в Северокавказский регион выехала комиссия МВД по Чувашской республике для проведения проверки. Министрам внутренних дел республики дано указание оказать всевозможное содействие и материальную помощь родственникам погибших. Подготовка к осенне-зимнему периоду стала главной темой еженедельного совещания у главы Чувашии. Подробности в следующем репортаже. Большинство предприятий ЖКХ республики готовы к зиме на 99%. По словам министра строительства Олега Маркова, укомплектован штат ремонтного персонала, сформированы аварийные бригады для своевременной ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовлена техника, котельные, тепловые и водопроводные сети. В летний период заменены 95% ветхих тепловых сетей и 98% водопроводных. Из 26 муниципальных образований основные виды работ на объектах коммунального комплекса практически полностью завершены в 14 муниципальных образований. Завершается работа по подготовке котельных в Аликовском, Красночитайском, Порецком, Цивильском, Чебоксарских районах. То есть осталось подготовить каждому муниципальному образованию по одной котельной. По-прежнему актуальным остается вопрос задолженности предприятия ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями. С весны 2013 года долг за тепло сократился на 31%, но все же он превышает 2 миллиарда рублей. За газ долги тоже сократились до 254,5 миллионов рублей. В столице Чувашии готовность всех систем отопления 96%. Осталось подготовить 84 дома, в которых проводится капитальный ремонт. Отопительный сезон, по словам Алексея Ладыкова, начнется в положенные сроки. Но Чебоксарске тоже готовы к будущим холодам. Ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг даже получше, чем в столице, за исключением тех домов, которые обслуживаются компанией «Навек». Работаем мы с управляющей компанией, с собственниками, с тем, чтобы переходить на другие схемы. Сегодня предварительно разговаривали с ТГК-5 о переходе на непосредственные платежи горожан. То есть соглашение, как бы предварительно приезжал представитель госхолдинга, оговорили, я думаю, в октябре где-то мы выйдем на проектные документы. И это тоже позволит здесь стабилизировать ситуацию по сбору денег за коммунальные услуги. О социально-экономическом развитии Чувашии в 2013 году рассказал Алексей Табаков. Индекс промпроизводства за 8 месяцев 89%. Основные цифры роста и падения дают обрабатывающие производства. Наименьший индекс сложился в производстве транспортных средств и оборудования. Основные причины, которые повлияли на снижение объемов производства, это, безусловно, снижение спроса на внутреннем рынке. И здесь хотелось бы отметить, что, несмотря на снижение спроса на внутреннем рынке, спрос все-таки на инновационную продукцию, на новые виды товаров и услуг сохраняется, в том числе и в Российской Федерации. И во всех отраслях имеются предприятия, которые, несмотря на все эти условия, сохраняют и даже наращивают объемы своего производства. Среди передовых предприятий, которые всегда были флагманами экономики Чувашии. Общий объем отгруженной продукции лидерами 33%. На этих предприятиях трудится более 1/3 занятых в обрабатывающей отрасли. В сельском хозяйстве снижение индекса связано с уменьшением производства животноводческой продукции, а также сокращением валового сбора картофеля. Инфляция в республике составила 4,8%. Это больше, чем в целом по России и ПФО. Специалисты отмечают,
отмечает, что это произошло из-за роста цен на услуги и перевозки. Михаил Игнатьев отметил, что такой рост цен свидетельствует об отсутствии должного уровня конкуренции в сфере оказания услуг. Глава республики поручил проанализировать озвученные цифры и принять необходимые меры к выправлению ситуации. Также он поручил обсудить с представителями Горьковской железной дороги способы снижения стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Где на Руси жить хорошо? Продолжаются выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного города. Интернет-проект «Город России» – акция всероссийского масштаба, направленная на поддержку национального развития и самосознания молодых поколений. На сегодня Чебоксары – лидер голосования. Более 125 тысяч россиян сделали свой выбор в пользу столицы Чувашии. Следом идут Хабаровск и Красноярск. Оба города немного не дотянули до 100 тысяч голосов. Еще есть время, чтобы высказать свое мнение. Проголосовать можно, зайдя на сайт «Выбор России». Регистрация не требуется. Правда, делать это можно не чаще одного раза в день с одного IP-адреса. Итоги конкурса подведут 30 декабря. На других посмотреть и себя показать. В Алатыре в эти выходные открылся университет под открытым небом. Второй год подряд талантливая молодежь города съезжается на образовательный форум «Твоя перспектива». Багаж знаний помогают пополнять известные политики, профессиональные танцоры, ведущие и даже операторы телеканалов. Эксперты вместе с участниками слета разрабатывают собственные проекты, которые скоро оценят все жители Алатыря. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Открытый университет для молодых и инициативных расположился прямо в лесу на территории загородного лагеря. Но те, кто приехал сюда, об отдыхе даже не думал. На лекциях и мастер-классах с ручкой и блокнотом. Советы тех, кто проводит тренинги, могут пригодиться. На одной из площадок разговоры о политике и работе депутатов. В беседке напротив на протяжении полутора часов не утихал смех. Балом здесь правили популярные КВНчики. КВН вообще он такая вот, скажем так, бесформенная штука, которая, да, действительно очень сильно объединяет людей, она очень сильно развивает там в каких-то вообще, вот я вот никогда в жизни не думал, что буду работать ведущим каких-то мероприятий. Игроков известной на всю республику команды на форум пригласили не случайно. Организаторы образовательного слета отмечают, что когда-то и в их городе КВН процветал. Но уже на протяжении 3 лет в него никто не играет. Желающих взять инициативу в свои руки достаточно. Дельные советы от тех, кто в клубе состоит уже давно, молодые люди получили. Возможно, что в Алатыре вновь появится своя веселая команда. Прошлогодний форум городу тоже принес пользу. У нас, например, молодежный совет уже стал гораздо шире, больше идей появляется, появились какие-то свои движения в городе, там за чистый город, спортивные какие-то мероприятия регулярно проводятся. Форум «Твоя перспектива» – своеобразный ответ чебоксарскому молгороду. На образовательный лагерь в Заволжье многие алатырцы попасть не смогли. Год назад местные активисты решили, что им под силу пригласить известных экспертов в свой город. Желающих принять участие в слете оказалось много. Проекту дали зеленый свет. Мастер-классов в этом году стало больше. Вообще просто было интересно, какие тренинги будут, какие мастер-классы будут показывать, на какие темы. То есть, например, нам еще рассказали про татуировки, также про журналистику, про предпринимательство. На одной из площадок расположилась виртуальная студия национального телевидения. В качестве корреспондента – доброволец. Ведущая Галина Титарчук обучала его азам интервью. Правда, собеседник молодому человеку попался непростой. В роли маленькой девочки тоже журналист. Есть в школе друзья у тебя? Да. Из непростой ситуации добровольцу выкрутиться удалось. В шкуре журналиста Анатолий побывал впервые. Признается, что работа непростая. Тяжело и сразу немножечко теряешься. А что же сделать? Бред какой-то приходит. Кто-то на форуме присматривался к будущей профессии, кто-то к интересным идеям. Но абсолютно все уехали из загородного лагеря с полным багажом знаний и исписанными блокнотами. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В Шумерле задержана преступная группировка. Трое мужчин и 4 женщины продавали спиртосодержащий напиток, опасный для здоровья. Незаконный бизнес они развернули на территории своего города и района. Сейчас следствию предстоит выяснить, чем именно травили людей горе-предприниматели.
С 2011 года подозреваемые в Шумерле и Шумерлинском районе разливали и продавали непонятную спиртосодержащую жидкость. Если жертва отравления среди покупателей, пока неизвестно. По предварительным данным следствия, такой вид бизнеса приносил немалый доход. Операция по пресечению бутлегеров была организована рано утром одновременно по нескольким адресам. Правоохранители использовали эффект неожиданности. Провели обыски по месту жительства всех 7 подозреваемых, а также по всем адресам, где могла находиться опасная продукция. В результате проведенных мероприятий было изъято свыше 900 литров алкогольной продукции, которая была расфасована в 5-литровые баклажки. Для того, чтобы вывести эту продукцию, потребовалось немало промежуток времени. Сейчас она вся изъята, направлена на судебно-химическую экспертизу. По результатам всех следственных действий необходимых будет решен вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения. В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 6 лет лишения свободы. Ирина Калентьева выиграла 6-й этап Кубка мира по маунтинбайку. Соревнования проходили в Норвегии. Ирина выиграла олимпийскую дистанцию кросс-кантри и опередила соперниц из Италии и Франции. Еще одна наша землячка Вера Андреева финишировала на 28-м месте. Ну а лучший в мире юный игрок в шашки живет в Чебоксарах. Это установили соревнования, которые проходили в Болгарии с 27 августа по 5 сентября. В программу первенства входили 3 вида игры. И 11-летнему Данилу Леонидову не было равных во всех 3 испытаниях. Познакомиться с чудо-ребенком и поздравить его с победой выехала наша съемочная группа. Лето ученик 61-й школы Данил Леонидов провел, в отличие от его сверстников, не на улице, а за игрой в шахматы по 6 часов в день. Результат налицо. Он стал абсолютным победителем первенства мира по русским шашкам. Предстартовое состояние у меня немножко волновался перед туром. Потом сделал парочку ходов, хода 2-3, и потом перестал волноваться. Просто переигрывал там соперников, там в центре. Ошибались они, я их переигрывал. На соревновании Даниил сразился в 3 видах игры. Классическом – тур длится 45 минут, быстрым – 10 минут и молниеносным – 3 минуты. 184 шашиста из 14 стран мира не смогли его опередить. Ну, усидчивостью, то есть он комбинации старается, вот, ну, хорошо, ну, видит, то есть, ну, и вообще, то есть, как бы, тренировки, надо постоянно тренироваться, чтобы совершенствовать свою игру. Игрой в шашки Данил увлекся в 6 лет. За годы занятий и выступлений на престижных соревнованиях он достиг звания кандидата в мастера спорта. Но на этом ни он, ни его тренер останавливаться не собираются. Будем надеяться, что он станет, ну, мастером спорта, то есть в ближайшее будущее. Ну, а там, может, и гроссмейстером, то есть... По крайней мере, у него мечта стать гроссмейстером. До гроссмейстера Даниилу еще нужно пройти немало испытаний. Впереди этап Кубка мира по русским шашкам, который пройдет зимой в Санкт-Петербурге. Будем болеть за юного спортсмена. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра.